Так, мы идем дальше по парку Игуасу Фоллс в Аргентине. Это уже, наверное, 10-й мост, который мы проходим. Река широкая. Ну, что 10-й? Это один непрерывный мост. Ну, один непрерывный мост. Большая река. И мы идем, а вот уточка плавает. Она занырнула за рыбкой. Такая, как это объяснить здесь, очень влажно. Летают тропические бабочки, пальмы. Вообще просто райский сад. Что-то рыбка все никак не выныривает, наверное, ее унесло течением. Ну да ладно. Вот. И там уже слышно дымка.